Всем привет! Сегодня у нас фэшн-шоу. Очень классные наряды на самом деле. Глянец вообще. Сейчас мы приехали сюда, переодеваемся, меряем костюмы, выбираем, что кто будет надевать. Наверное, потом будет проходка. Я вам все покажу. Примеряемся. Вот какой красивый костюм. Вот тоже офигенная вещь, девочки. Мне очень нравятся наряды. Я тут только начала банан есть. Нам принесли фрукты. Модели сейчас будут просто счастливы. Примерки идут. Мы скучаем. У меня теперь... Yes, привет, привет. Привет. Вот, теперь мне дали такой жакет, юбочку. Сейчас посмотрим, может быть, поменяют, а может быть, нет. Мы ходим туда-сюда, постоянно меняем. Так, сейчас в отдельной такой комнате мы переодеваемся, все девочки. Для модели нужны такие силиконовые штуки. Ну, типа, просто силикон на грудь, чтобы как было без сосков. У меня такого нету, и оно нужно. Не знаю, что тут будут думать со мной. Боже мой, вы посмотрите на это платье. Оно все в камень. Такое красивое. Хочу такое. Вот люди стоят, смотрят, выбирают, что, кто наденет. Смотрите, какая красота. Немного подушить надо. Пояс все поменяет. О, вот так вот очень красиво стало. Это была какая-то непонятная вещь, а теперь очень здорово. Смотрите как. Не разбери, ходи-ка, все собирают, и сейчас мы поедем репетировать, я думаю, все. Одежду нам выбрали, только все непонятно, я так и не знаю, в чем я буду выходить. Посмотрим на месте, как всегда. Здесь будут сидеть гости, а здесь мы будем ходить в наших невероятных платьях. А вот это вот животик, который очень хочет кушать. У нас такая комната, я уже поняла, мы здесь будем сидеть, ждать, там вот туалет есть, и вот здесь, похоже, будут делать макияж. Мы очень просим кушать, потому что мы очень голодны, мы очень хотим кушать. Хочем. Просто я говорю на английском все время, поэтому хочем. Ну это действительно очень прям хорошо, просто можно лежать на кровати. И все, нормально. Сейчас это музыку послушаю, наверное. Забежала я от девчонок, а вы посмотрите, какой здесь туалет. Тут прям... Ух ты, там прям бас, тут прям душ, тут прям рум такой вообще великолепный, красивый. Очень мне нравится. Просто со стороны дизайнера вот прям красиво сделано. Очень. Ну все, я пошла. Посмотрите, что к нам приехала. Девочки, что с чем? Вот круглая. Ари, идем надо. Я не хапаре. Хочу тебе хапаре. Хали. Меня тут накрасили, ребят. Опять ресницы мои нелюбимые. Как раз вот еду принесли. Я спрашиваю, острая? Мне говорят, не, вот это у меня брови. Я говорю, острая? Мне говорят, не-не-не-не-не. Не острая. Совсем. Там, по-моему, только один перец острый лежит внутри. Это же гениально, ну, кто может лучше нарисовать? Да, как под копирку две одинаковые. Трабло производства. Смывают желтый всем. Началась репетиция. Нас ставят куда, кто где будет стоять. Вот так вот будет все выглядеть в моих глазах. Причесон мне сделали.
репетируем, ходим туда-сюда. Себя, конечно, не заснимут. Становимся тут все вместе, идем туда, расходимся, входимся, проходимся. Надо запомнить. Вот, меняется туда-сюда. Вам, может быть, кажется, что вроде так быстро и все, но я в 9 из дома вышла, а сейчас уже 7 вечера, и мы будем через час начинать. Просто это не так просто, ну, как, вроде ничего такого серьезного, но напрягает, устаешь. Макияж мне еще не сделали, а осталось 15 минут. Я говорю, может, я сама сделаю макияж. И мне говорят, нет, жди. Окей. Да какие красотки. Потом... Ага, потом я иду. Короче, вот иду. Позирую. Сейчас я сюда сяду, надеюсь, у меня хватит времени на макияж. Ну, наконец-таки, ребята, у меня есть тоналка. О, ребятки, нафоткалась, довольная, и тут дали кукурузу. Это запеченная кукуруза вот в такой вот, ну, панировке. Прикольно. Вот сейчас, ребята, все меняют одежду, и все происходит просто невероятно быстро. У меня есть время чуть записать, потому что мне уже поменяли. О, господи, что это такое? Это макияж высшего уровня. И вы слышите, какая музыка на фоне? Очень подходит сюда, очень подходит. Первый проход сделали, у меня был один ченч одежды. Единственное, я быренько так поменялась, было два выхода. Сейчас третий выход. Все быстренько, все шустренько. Девчонки красивые такие. Все, сейчас пойдем, не помню, что делать сейчас. Так что перечитаю свой, записала, что делать, сейчас перечитаю. И все. Вы не представляете, как больно их носить. Come here. Просто такая атмосфера, что мы закончили, это сделали, это очень все такие радостные. Мы закончили, все так быстро закончилось, так быстро пролетело, а подготовка была целый день, так всегда. Возможно, сейчас мы поедем на вечеринку. Смотрите, нам подарили подарок после окончания. В общем, ребят, подарки дарят очень редко, девочки говорят. Но мне повезло прямо, смотрите, там украшенницы такие индийские. А я как раз хотела. Ну и как всегда, ребята, через 350 человек мы пытаемся вызвать такси, понять, куда мы все-таки поедем, домой или еще куда-то. Ну, похоже, сейчас мы поедем куда-то домой или куда-то, какое-то место, где мы встретимся со всеми другими чуваками нашими, вообще непонятно. Просто постоянно перезвонки и непонятно, где такси, потому что заказывают для нас такси другие люди, ну, наш там директор, ну, кто-то, короче, кто отвечает за это. Ребята, мы дома. Прошло время, мы там поехали в кафе немножко. Нам подарили подарки, в общем, вот что нам дали. Значит, вот такие бусики, такие сережечки и деревянные. Мне кажется, деревянные самые топ. Все, спокойной ночи, конец влогу. Пока, увидимся в новых видео.